Вон у нас еще есть один сувенир, да, а? У нас есть еще один сувенир. Взять его Капа взяла. Но чей он, не ясно. Товарищ, может, из вас кто-нибудь знает, чья это изящная безделушка? А? Это мой башмак. А? Рекомендовать не надо этого товарища. Это мой действительно башмак. У меня его стащили в цирке в прошлом году. Ну все, мы охотно. Большое спасибо вам. Кстати, может быть, у вас есть второй ботинок, потому что у партнера Миша Шудина тоже пропал. Нет, да. Нет, все равно нет. Нет, большое второго. Спасибо вам. Подождите, Юр, раз уж вы сюда попали, может, вы нам что-нибудь исполните, расскажете, споете. Ну я совсем... Случайно попал человек. Да. Случайно. Ну да, да я так и... Может, ну, вы случайно можете что-нибудь исполнить? Ну, если я случайно к вам попал, да, то, может быть, ваш оркестр случайно разучил песенку из кинофильма «Необыкновенный отель». Разучил случайно. Знаем, случайно. Которую написал... Кто написал? Композитор, тоже случайно... Забыл фамилию. Фрэнкель. Да, Фрэнкель. Вот случайно ваша гитара. Ну вот, видите. А текст к песенке, это песенка о цирке, написали мы вместе с моей женой Таней. Тоже случайно. Ну да. Итак, песенка о цирке из кинофильма «Необыкновенный отель». Серебрятся лунным светом облака, темной ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих, поболтать и пошутить, затеять спор, а потом, подсевши к другу своему, повести неторопливый разговор, вспоминая и Париж, и Кострому. И до утра нам не заснуть, среди друзей всегда приятно отдохнуть. И до утра нам не заснуть, среди друзей всегда приятно отдохнуть. В каждом цирке много есть друзей у нас, жаль, недолго нам придется здесь пробыть. Расставаясь и встречаясь каждый раз, успеваем и смеяться, и грустить. Куда бросит нас, не знаю я, судьба. Знаю только, впереди работа ждет. Замелькают полустанки города. Пассажирский поезд вдаль нас повезет. Опять в вагон, опять нам в путь. Но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, среди друзей всегда приятно отдохнуть. Очень хорошая песня, и вот и зритель доволен. Но лично для меня, мой творческий вечер, что-нибудь для меня можешь спеть? Ну, если я уж попал на ваш вечер, а да, вы писатель-сатирик, то я исполню маленькую песенку. Да. Из... Вы знаете музыку из кинофильма «Операция»? Знаю. Случайно знаю. Я исполню песенку из кинофильма «Операция И». Это, она имеет некоторое отношение и к вам. Это песенка «Балбеса». Спасибо. Нет, нет, нет. Вы так поняли. Ну, сейчас поймете. Да я, да, чтобы мне легче, одену шапочку, которую... Балбеса.
постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешил показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не пришел, как обещал. Меня засосала опасная трясина. На вечер я к Ардову попал. Я с самого детства читал его книжки, читал и от смеха хохотал. Теперь его книжки читает мой сынишка, и он выражает свой восторг. Лети, паровоз, и стучите колеса, скажу прямо Виктору в глаза. Пиши на здоровье, пиши без остановки. Писатель, не жми на тормоза. Пиши на здоровье, пиши без остановки. Писатель, не жми на тормоза.